Впервые за всю историю Ульяновской области у Государственного архива появится свой дом, где все документальное наследие нашего края будет храниться в специальных условиях. Архив займет площадь почти в 4000 квадратных метров. Ремонт проходит с опережением графика на 2 месяца. Уже закончены подготовительные работы, подведены все необходимые коммуникации, заменены вентиляция и трубы, выполнена черновая отделка. Не обойдется и без внедрения современных технологий, ведь архив подразумевает под собой создание специальной системы хранения и оцифровки материалов. Система отопления в архиве, она особенная, то есть нету системы отопления при помощи радиатора, то есть идет приточно-вытяжная система. И, естественно, это дополнительные вент-каналы, дополнительное оборудование, дополнительная автоматика. Ну и достаточно мощная система пожаротушения, она тоже идет, химически порошковая. В новое здание перевезут более 1 000 000 архивных документов. На данном этапе выполнена работа на 70 миллионов рублей. Ввести здание в эксплуатацию планируют уже к сентябрю. Хотелось бы, конечно, чтобы к середине сентября, к дню рождения нашего замечательного города, региональной столицы, вот этот объект был уже сдан в полном объеме. По мнению главы региона, это станет хорошим подарком всем жителям Ульяновска. И, конечно, предстоит определиться, чье имя будет носить архив. Возможно, известного ульяновского краеведа или другого общественного деятеля. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.